Здесь ежик пробегающий казался мне смешным. Не так ли ангел тающий, подумал, мы пред ним забавны, столь воинственны, таинственны, порой и напряженно мнительны. Мы заняты войной, играющие с бездной, с огнем и с чем еще. А ежик, он воскресный, он видит наше все, а мы над ним смеемся и столь заслонены своим предокоемством. Нечаянные сны разбудит повелителя. И молвит он, смотри, как мир смешон для зрителей, провидящих.